Что ж, тогда начинаем наш пятничный кружок по ЦНМО. Тема сегодняшнего занятия – это числа сочетаний. И треугольник Паскаля. Числа сочетаний. Обозначаются они вот таким вот образом. Здесь написано количество имеющихся предметов, а здесь сколько из них мы берем. Давайте я возьму и расскажу вам, как считать число сочетаний из 5 по 2. Возьмем 5 предметов. Ну, например, это будет треугольник, это будет круг, это будет, ну что, значит, галочка, направленная вниз. Знак плюс. Я уж не знаю, что мне еще. Ну давайте вкладываем. Так, 5 предметов? Да. 5 предметов. Так вот, я должен выбирать из этих 5 предметов 2. Это делается так. Можно взять треугольник и круг. Можно взять треугольник и галочку. Треугольник и плюсик. Треугольник и квадратик, круг и галочку, круг и знак плюс, круг и квадратик. Ой, я не рассчитал. Смотрите, что еще бывает. Галочка и плюсик, галочка и квадратик, и плюсик с квадратиком. Сколько всего вариантов? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Всего 10 вариантов. Так и пишут. Число сочетаний из 5 по 2 равняется 10. Наша с вами цель – найти разные соотношения между этими числами, научиться их вычислять. То есть, если я вам, скажем, дам число сочетаний из 10 по 4, вы сможете быстро сообразить? 10 предметов, это нужно будет еще много чего рисовать. И выбирать нужно будет не 2, а 4. Согласитесь, что никакого желания по-настоящему рисовать нет. И хочется научиться считать. Правильно? Правильно. Так, по-честному. Знаешь, сколько будет число сочетаний из 10 по 4? Отлично. Да. Все равно не знаешь. Все равно не знаешь. Давайте сделаем так. Мы начнем потихонечку решать эту задачу. А именно, я сейчас нарисую треугольник Паскаля для маленьких значений. Число сочетаний из единицы по нулю, число сочетаний из единицы по единице, число сочетаний из двух по нулю, из двух по единице и число сочетаний из двух по два. Да, здесь уже не лезет на доску, поэтому давайте продолжим. Число сочетаний из 3 по нулю, из 3 по единице, из 3 по 2, из 3 по 3. И следующая строчка. Из 4 по нулю, из 4 по 1, из 4 по 2, из 4 по 3. Ну и, наконец, последнее, из 4 по 4. Так, сколькими способами можно выбрать один предмет из одного у нас имеющегося? Да? Одним способом. Одним способом, совершенно верно. С
Сколькими способами можно выбрать два предмета из двух имеющихся? Одним. Обратите внимание, в каком порядке мы берем, неважно. Вот здесь вот у нас нарисовано, что мы берем треугольник и кружочек. А то берем мы сначала треугольник, потом кружок, или берем сначала кружок, потом треугольник, неважно. Считается, что мы берем одновременно. Значит, действительно, здесь один. Так, столь же простой вопрос. Два. Один предмет из двух. Два. Два способа. Конечно, два способа. Так, ноль предметов выбирать. Одним способом. Одним способом. Вот здесь очень важно. Математики считают, что ничего не делать можно одним способом. То есть, вот представители многих других профессий считают, что можно дурака валять по-разному, да? Математики считают, что неважно, какой ерундой ты занимаешься, но если ты не делаешь дело, то это одно и то же всегда. Ничего не делать, хоть из одного предмета, хоть из двух. Вот если ты в школе не учишься, то хоть у тебя там один предмет учебный, хоть два, хоть десять, хоть пятьдесят, все равно не учишься. Значит, здесь все равно один. Выбрать ноль предметов, давайте формулу запишем. Число сочетаний из n по нулю – это единица. И, кстати, число сочетаний из n по n – это тоже единица. Выбрать все предметы можно единственным способом, а именно ну, выбрать все предметы, да. Выбрать все можно тоже одним способом. Продолжим. Да, это единица, это вы поняли, это тоже единица. Теперь вопрос. Число сочетаний из трех по одному. Это сколько? Три. Да. Три. Это три. Потому что если у нас есть три предмета, то мы из них берем либо первый, либо второй, либо третий. Очень хорошо. Это три предмета. Из трех по два. Да. Тоже три. Тоже три. Давайте, это очень важно, поэтому давайте посмотрим. Если у нас есть треугольник, кружочек и галочка, то мы можем взять либо треугольник и круг, либо круг и галочку, либо треугольник и галочку. Действительно, три варианта. Так, число сочетаний из четырех по одному. Четыре. Четыре. Число сочетаний из четырех по два. Ага. Это уже непонятно, да? Может, десять. Может, десять, а может и не десять. Нет, а давайте я вам нарисую четыре предмета. Вот они. Круг, звездочка, треугольник и квадрат. Давайте посмотрим, что значит выбрать два из этих четырех предметов. Можно взять вот так. Можно так, можно так, можно так, можно так, а можно так. Нет, не 10. Ты что? Почему 8. Ты продолжаешь твердить свой ответ, Дима? Когда можно посмотреть на картинку и посчитать. Я не понимаю. 6. Хоть 6. У квадрата 4 стороны и 2 диагонали. Конечно, 6. Так, из 4 по 3 сколько? 6. Выбрать 3 предмета из 4. Да? Четырьмя способами. Четырьмя. Как? Либо все, кроме круга, либо все, кроме треугольника, либо все, кроме звездочки, либо все, кроме квадрата. Так? Да. Четыре способа. Отлично. Значит, ребят, что я еще не сделал? Я знаю, что я не сделал. Я вот в этом месте не написал, а это надо было написать для красоты. Число сочетаний из нуля по нулю. Это один. Это один. То есть у вас нет предметов, и вы из них выбираете ноль штук. Ну, вы делаете единственно возможный выбор, да? Вы ничего не выбираете. Это, конечно, уже некая схоластика, но
А что такое схоластика? Схоластика? О, что такое схоластика? Смотри, Ваня Цветаева в воспоминаниях своих писала следующее, что когда она была маленькой девочкой, то она прочитала стихотворение «Черногорцы. Что такое Бонапарте вопросил?» и так далее. Вот. Она, черногорцы, она знала, что это такой народ, а кто такой Бонапарт, она тогда не знала. Побежала к маме и спросила: «Мама, кто такой Бонапарт?» Тут в стихотворении написано, черногорцы, что такое Бонапарт вопросил. «Что? Ты не знаешь, кто такой Бонапарт?» Ну, вы знаете, что она вообще была из очень культурной семьи. Вот здесь у нас совсем близко есть музей изобразительных искусств, да? Это, собственно, ее семья и делала, да? Замечательно. Мама была абсолютно в шоке. Она не понимала, как ее дочь, которая в культурной семье растет, как она может не знать, кто такой Бонапарт. И с великим возмущением Цветаева пишет, но так и не сказала, кто такой Бонапарт. Понятно? Возмутилась и так и не сказала. Кто такой Бонапарт, кстати? Это великий полководец, который хотел завоевать весь мир. Ну, насчет всего мира не уверен, но с Россией воевал точно, да? С Россией точно воевал. Это совсем скоро будет 200 лет. Совершенно верно. В 1812 году. Ну, и до этого тоже, там, в 1805 было. Много чего там было. Замечательно. То есть про Бонапарта вы уже знаете. Да. Так, что такое схоласты? Дело в том, что я сам толком не могу это объяснить, хотя в свое время зачет по этому делу сдал. В русском языке слово «схоласт» означает человека, который придает большое значение форме в ущерб содержанию. То есть человек, который будет биться за букву закона, не обращая внимания на суть этого самого закона, который даже не мелочный, а именно формально мелочный. Человек, который будет изучать, насколько я понимаю, исторически, это возникло примерно так, что считалось, что все ответы на все вопросы есть в Библии, и, соответственно, были философы, которые пытались, фактически оттуда информацию добывать. Вот. Библия, книга достаточно толстая, но с другой стороны не так, чтобы там про все на свете было написано. И они пытались путем логических умозаключений из истин, по их мнению, которые написаны в Библии, вывести ответы на современные вопросы. Во всех учебниках написано, что их волновал, скажем, такой вопрос. Сколько ангелов может уместиться на острие меча? Смотрите, у вас есть текст Библии, там есть некоторая информация про ангелов. Да? Там есть некая информация про ангелов. Шутка меч все и так знают. Но вот интересно, если ответы на все вопросы есть в Библии, можно ли ответ на этот вопрос оттуда вывести? Нет. Ну и дальше пошли целые там диссертации, всякие богословские о том, можно, нельзя. Вы меня извините, но Андрей Николаевич Куашенко с этой его драконистикой это примерно в ту же самую сторону, да? То есть он взял то, что известно в истории про драконов, добавил к этому знания учителя биологии, объединил и получился замечательный курс. Мы сейчас давайте все это делом займемся. Итак, что такое у нас? Число сочетаний из 4 по 2 это 6. Заметьте, вы уже начали думать, да? Бесконечно. То есть я уже вот про это, а вы все еще про своих ангелов. И вы думаете, что правда, вы точно знаете, что такое ангел, да? Вы уже беседовали с ним. Бесконечно, да? Конечно. Все. Так, господа, мне гораздо интереснее следующее. Доска здесь маленькая, а... Нет, я все-таки нарисую.
Я все-таки нарисую картинку для вот этого случая. Смотрите, треугольник, круг, галочка, плюсик и квадрат. Давайте я вот эти подмножества тоже изображу. Как я изображаю треугольник с галочкой? Вот так. Треугольник с галочкой, треугольник с плюсиком, треугольник с квадратом. Поняли, о чем я говорю? Да, как вот это изображается, только что изобразил. Как изображается это? Кружочек с галочкой. Вот так. Кружочек с плюсиком. Кружочек с квадратом. Галочка с плюсиком. Где? Вот здесь. Галочка с квадратиком. Плюсик. Слушайте. Получились стороны и диагонали пятиугольника. Число сочетаний из n по 2 очень часто встречается в математике. Кто-нибудь знает, как называется это число? Нет. А это могли бы знать. Не, факториал сегодня еще будет, но до этого еще. Ой, перед тем, как начинать запись, все клялись, что про числосочетания все знают. Я не клялся. Я понимаю, понимаю. Уже пошел брать показания на обратно. Дорогие мои, число сочетаний с n по 2. И все-таки угадайте. Хорошо, хорошо. Все, уже никто не клялся. Ладно уж, это количество сторон и диагоналей. N-угольника. Понятно? Чтобы задать сторону или диагональ, вы должны ткнуть пальцем в две вершины. Так? Вот я показываю эту точку и вот диагональ. Показываю сюда и сюда, вот она сторона. Давайте, поскольку эта вещь все-таки очень важная, я сейчас выпишу. Ребят, я надеюсь, в тетради у вас все это переписано, да, поэтому я это могу стирать. Я сейчас составлю такую таблицу. Здесь у меня будет число n, а здесь число сочетаний из n по 2. Так, n может равняться 1, тогда это, конечно, 0. Кстати, n могло равняться и 0, но я просто не хочу, чтобы меня влезло, кстати. Двойки, тогда это единица. Тройки мы тоже считали, это будет 3. Четверки, вот здесь, помню, была картинка, будет 6. Пятерки, картинка еще осталась, это у нас 10. Неужели не угадаете? 15, молодец. А дальше? 21. А дальше 21. А как ты считаешь? Можно? Это треугольные числа. Молодец. Это действительно треугольные числа. Давайте я напомню для тех, кто не знает. Вот если у нас поставить одну точку, то это будет число 1. Если пририсовать две точки, то их стало уже 3. Если еще пририсовать, то точек станет 6 штук. Если пририсовать следующий ряд точек, то их будет у нас 10. Если еще один ряд, то их будет сколько? 15. 15. Каждый раз вы добавляете ряд, который на единицу длиннее предыдущего. И почему это называется треугольное, по-моему, абсолютно понятно. Потому что эти точки естественным образом располагаются в виде треугольника. Какая между ними очевидная формула, очевидная связь есть? Сумма чисел 6 и 10 – это число 15. Согласны? Да. Ой. Нет. Нет. На единицу будет. 5 и 10. Нет, не 6 и 10. Это я соврал. 10. Это я соврал. Да, это вред. Это браки. Это браки. Вот так сумма чисел. Вот так. 5 и 10. Вот. А сумма чисел 6 и 15 – 21. 7 и 21, сколько там будет у нас? 28. 28, совершенно верно.
28, действительно 36, действительно 45. Значит, я не буду, уже хватит. Я думаю, что кому интересно, продолжите. 66. Знаешь, конечно, 66. Интересно же нам другое. Какая есть формула, которая позволяет быстро найти число сочетаний из n по 2, или то же самое треугольное число, зная число n? То есть какая есть формула, дающая число n? Посчитать 36, зная только число 9. Вы, конечно, скажете, что ну составь табличку быстренько, а я не хочу, а я хочу прямо сразу. То есть 36. Как вычислить 45 по числу 10? Вот вам дали число n и просят, напиши формулу. Написать раздельное и умножить на предыдущее число. Так, Дима прав. Умножить на предыдущее число. Ну, разделить на 2. Смотрите, 10 умножить на 9 сколько? 90. Пополам? 45. Так, 4 на 3? 12. Пополам? 5 на 4? 20. Пополам? 6 на 3? Пополам? 7 на 6 пополам, 8 на 7 пополам. Все понятно? Пишем формулу. N умножить на n минус 1 пополам. Ну, формула действительно подходит для первых 11 чисел. Даже здесь 5 подходит. 1 надо умножать на 1 минус 1, то есть на 0. Тоже нормально. Но хотелось бы ее доказать. Хотелось бы понять, почему это так всегда. Должно быть какое-то объяснение этого. Формула нужна, ребята. Нужно объяснить эту формулу. На самом деле это можно сделать по-разному. И даже сегодня мы это сделаем несколькими способами. Я начну, наверное, не самым простым образом. Я вам так скажу. Из схемы, которую я только что стёк, очевидно, что треугольное число – это сумма подряд идущих натуральных чисел. То есть, смотрите, что такое 10? Это 1, 2, 3, 4. Так? Что такое 15? Это надо еще 5 прибавить. Что такое 21? Это надо еще 6 прибавить. И так далее. Смысл поняли? А неужели вы не знаете легенду про Гаусса? Я знаю. Так расскажи. Ему задали задание найти сумму всех натуральных чисел от 1 до 100. Он практически за пару минут решил это задание.
Ну, когда был в школе? Да. Мальчиком. Ну, на самом деле легенда бывает разная. Бывает, что задали не от 1 до 100, а от 1 до 20. Вот. Дональд Кнут в своем замечательном учебнике, который называется «Конкретная математика», по этому поводу написал следующее. Надо быть великим человеком, чтобы о тебе составили такую историю. Понимаете, почему? То, как считать сумму этих самых чисел, поверьте, и в 18 веке, когда началась жизнь Гаусса, и в 19, когда, собственно, взрослая жизнь, безусловно, все знали. Но это был действительно потрясающий математик, астроном, физик, который такое уважение к себе всем внушал, причем ну, действительно заслуженно, что именно про него составили эту легенду. Кстати, про Андрея Николаевича Колмогорова соответствующую историю знаете? Значит, в его воспоминаниях рассказывается, что 1 плюс 3 – это 4, 1 плюс 5 – это 9, поняли? 1, 3, 5. Ой, 7, это сколько? 5. Эх вы. Ой, 16. 16? Все еще не догадались? То есть вы не знаете, что это за числа? 4, 9. Квадраты. Квадраты, совершенно верно. Это 2 в квадрате, это 3 в квадрате, это 4 в квадрате. Так, дальше понимаете? Так вот, что называется, легенда гласит, что когда он был самым маленьким, ну, существенно младше, чем мы сейчас, то он заметил вот этот закон. Ну, доказать этот закон на самом деле совсем легко. Показываю. Вот 1 – это квадратик. Что такое 1 плюс 3? Это квадрат размером 2 на 2. Согласны? Так, что такое 1 плюс 3 плюс 5? Вы видели, 5 клеток добавили. А как добавить 7 клеток? Понятно, что дальше будет так же происходить? Вот, так вот, опять, проблема не в том, что Колмогоров в детстве был такой вот гениальный. Нет, это он сумел так жизнь прожить, что... Действительно в это веришь. Я уверен, что у вас в жизни были какие-то ваши открытия. Шнурки вы научились завязывать когда-то, правда? Научились же? Да. Научились. Складывать 5 и 6 вы научились, правда? Кстати, ничего смешного в этом нет. Это тоже маленькие открытия. Через это идет постижение мира. Вот. Просто легенды такие рассказывают действительно о великих людях. Вот. Ну и это замечательно. Это правильно. И в случае Колмогорова, и в случае Гаусса это абсолютно заслуженные истории. И замечательно, что именно про них, а не про кого-то менее разумного, эти истории рассказаны. Я это не зря сказал. Совсем не зря. Дело в том, что картинка, которую я сейчас нарисовал, может помочь с изучением этой суммы. Сумму чисел от 1 до 6 найти можно. Тоже при помощи простой геометрической картинки. И эта самая картинка позволяет доказать вот эту формулу. Ребят, я прошу прощения, я имею право стереть вот это. Все запомнили, ладно? Я потом еще раз напишу, когда мне понадобится. Да? У меня кажется, есть. Знаешь, что тебе тут можно все? Давай. Знаешь, он картину рисует.
просили объяснить, как считать эту сумму. Легенду-то мы начали рассказывать. И заметьте, что называется, основную часть этой легенды мы рассказали, что да, он молодец, он быстро посчитал. А как посчитал? Он сумму двух крайних чисел нашел, в одном их убрал. Опять сумму двух крайних. Ага, и дальше что было? И так далее. И в конце... Так было? 7, 7, 7, и получилось? 21. Получилось 21, спасибо, садитесь. Ну что, это правда. Действительно надо так. Единственная неприятность, что делать, если количество слагаемых будет нечетным? Представьте себе, нам нужно найти сумму чисел от 1 до 5. Тогда еще плюс среднее число. Ага. То есть отдельно решаем задачу, когда слагаемых четное число, и отдельно, когда нечетное, да? Так или нет? Mm-hmm. Плохо. По той простой причине, что вот в этой формуле видно, что нет никакой разницы между тем, число четное или нечетное. Формула не зависит от вида. А вы меня принуждаете к тому, чтобы было две формулы. Одна для четного, а другая для нечетного. Да. Картинку. Ну что, рисуем? С угольником. Дима, я могу сказать следующее. Не надейтесь, что вас пустят на пенсию в вашем возрасте. У вас вот такое брюзжание, что вы уже нуждаетесь в пенсии. Понимаете, да? Вы уже считаете, что все на свете уже известно, а это с угольником, что ли? Ну откуда такое разочарование в жизни в таком юном возрасте? С угольником рисовать, что ли? Что ли? Вот, понимаете, некоторые умудряются, знаете, был такой замечательный математик Израиль Моисеевич Дельфант. Так вот, он прожил до очень-очень большого возраста и женился очень-очень рано. Вот, так вот, еще один раз он женился, наоборот, очень-очень поздно. И в результате у него были дети, разница возрастов которых, я не хочу врать, я не помню точно, но то ли 80 лет, то ли 70, в общем, это что-то такое. Понимаете? То есть человек сумел дожить до очень преклонного, до по-настоящему пенсионного возраста, и при этом у него в мыслях не было, что жизнь уже кончилась. Понимаете? Он занимался наукой, он писал книги, читал лекции. Понимаете? У него появилась новая семья. У него появился ребенок. А вам по возрасту, еще даже до первого вашего ребенка далеко, а у вас ощущение, что побывал уже везде, и уже жизнь, так сказать, наскучила. Угольник вам, что ли, нарисовать? Нет, это с таким настроением как-то очень грустно жить. Давайте я вам картинку нарисую все-таки. Или сами сообразите. Как красиво изобразить вот эту сумму? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Неужели это трудно догадаться? Самым естественным образом. Я не требую придумывать какие-то там красоты. Сложные. Ребята. Один изображается в виде квадратика. Как изображается два? Как изображается три?
дальше. 4. Нет, ты дали мне уже больше не надо. Все, у меня уже сумма от 1 до 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Требуется посчитать, сколько на этой картинке изображено квадратиков маленьких. Да? То есть, естественно, квадратиков, каждый из которых размером 1 на 1. Понятная идея? Найти площадь вот этой фигуры. Это вы имели в виду под угольником? А что вы имели в виду? Он хочет многоугольник. Нет, 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 то не надо. То пока не надо. Так, господа, а теперь смотрите. Нарисован до квадрата. Ну, не до квадрата, на самом деле. Давайте внимательно посмотрим, для чего мы их дорисовываем. Там нули будут вести. Эти нули. Нет, слушайте, ваше предложение мне уже не нравится. Потому что такая степень разочарования в жизни, ну, мне просто непонятно. Получится прямоугольник, который вдвое больше этого самого угольника. Конечно. Вот я здесь заштриховал, а здесь не заштриховал. Разумеется, у меня заштрихованная и не заштрихованные части одинаковые. Конкурентная. Да, конкурентная. Они содержат поровну клеточек. Потому что здесь идет от 1 до 6, здесь а здесь от 6 до 1. То есть давайте я аккуратно напишу так. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Это вот эти вот числа. А здесь у нас были числа. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И мы складываем. Что получается? 7. Конечно. Получается 6 семерок. 42. Ну да, 42, но мне сейчас важнее, что это 6 умножить на 7. А в общем виде будет n умножить на n минус 1. Ну, не надо делить на 2. Вот она, правильная формула. В общем виде n надо умножать на n минус 1 и делить на 2. Потому что прямоугольник получается так, здрасте. У меня же здесь на одну клетку больше. Казалось бы, должно быть n плюс 1. Больше? Да. Слушайте, мы только что... Давайте. Нет, давайте я объяснюсь. Тут у меня какая-то странность возникла. Понимаете ли? Пишем сумму чисел. 1, 2, 3, 4. Вплоть до n. Да? В обратном порядке пишем. n, n минус 1, n минус 2. Когда мы подводим, здесь же будет n плюс 1 везде. То есть, казалось бы, должно быть n плюс 1 умножить на n. Да. Ну, а у меня почему там n минус 1 написано? Ошибка не будет. Давайте сообразим. Сумма каких чисел является 10? 10? Да. Какие числа надо сложить? А? 4 и 6, например. 4, 6, это верно. А вот из этих чисел? Вот этих? 1, 2, 3, 4. То есть, когда вы интересуетесь число сочетания с n полов, то надо складывать числа от 1 до n минус 1. От единицы до n минус 1. Эти числа надо сложить. То есть здесь стоит именно n минус 1.
И когда вы перепишете в обратном порядке, то есть n-1, n-2, n-3 и так далее, вплоть до единицы, то в столбике в каждом сумма будет равна n, а столбиков будет n-1 штука. Все понятно? И, соответственно, n умножить на n-1. Так что ошибки у нас нет. Эта формула действительно доказана. Хорошо. Давайте еще одно будет замечание. Значит, ребят, я могу вам, кроме вот этой картинки, показать другую. Только, может, я ее покажу для случая, когда n равно 7. Вам же все равно, а мне легче рисовать. Вы скажете, что сам обещал 7, а доску нарисовал 8 на 8. Нет. На самом деле ошибки нет. Господа, вот эти клетки запрещены. Ну, я не хочу слишком умело тратить, иначе бы я их все зарисовал. Но, надеюсь, вы представили себе, да? Что у нас запрет на вот эти клетки, на диагональные клетки. Скажите, пожалуйста, видно ли вам, что внизу у нас возникла сумма чисел от 1 до 7? Заштрихованные клетки дают сумму чисел от 1 до 7. Очевидно? Смотрите, у нас же весь квадрат, он 8 на 8, правильно? Мы выбросили из него 8 клеток. Давайте напишем. Значит, весь квадрат 8 на 8. Выбрасываем 8 диагональных клеток. И понимаем, что то, что над диагональю, в точности такой же площади, как то, что под диагональю. Согласны? Значит, что надо сделать, чтобы найти сумму чисел от 1 до 7? Гораздо больше. Так, только вопрос наш перепишу вверх. Не потому, что он мне не нравится, мне вот очень нравится.
а потому что я хочу вот на этом месте писать треугольник Паскаля. Поехали. Число сочетаний из нуля по нулю. 120. Один. Из нуля по нулю один. Из одного по нулю, из одного по единице. Из двух по нулю. Из двух по единице это двойка. Из двух по два. Из трех по нулю. Из трех по одному. Из трех по два. Из трех по три. Из четырех по одному. Из четырех по два. Так. Замечательно. Я уже дошел до четвертой строки треугольника Паскаля. Обратите внимание. Казалось бы, она пятая, да? Но вот эту называют нулевая строка. Это удобно, потому что там именно число сочетаний из нуля. А вот здесь вот число сочетаний из четырех. По нулю, по единице, по два, по три и по четыре. Хорошо. Вам в тетради это сделать гораздо легче, чем мне. Дойдите до десятой строки. А можно? Дошел? Тогда можешь продиктовать ответ. Из 10 по 4. Только помни, что первая единичка это из 10 по нулю. Поэтому надо брать не четвертое число в строке, а какое? Пятое, пятое. Что? Это ваша версия? Нет, а зачем вы так? Понимаете, это не преступление, даже если ответ будет неправильный. Дима, вы все-таки ничего плохого не делаете. Вы всего лишь сказали свою версию ответа. Посмотрим, если вы ошиблись где-нибудь, ответ будет не такой. Если вы не ошиблись, то сейчас все порадуются за вас. Так, 7. Заметьте, выписывается очень легко. Сколько будет 56 и 28? Так, а почему я сейчас придуриваюсь? А потому что там уже есть. Правильно, потому что здесь я почему-то написал сразу. Да? А если я здесь эту сумму узнал, то я точно так же должен знать ее здесь. Хорошо. Конечно. Конечно. У треугольника Паскаля есть замечательное свойство. Абсолютно понятно. А? 1, 10, 45, 120, 210, 252. Так вот, господа, а вы заметили, что я
только что вас немножко обманул. Смотрите, вот до этого места, вот, действительно, мы с вами все эти числа посчитали. А дальше произошло следующее. Я сказал, что каждое число – это сумма стоящих над ним слева и справа. Я это сказал, но не доказал. Понимаете? Вот смотрите, что такое 210? Число сочетаний из 10 по 4. Что такое вот это число 84? Это из 9. Из 9 по 3. А вот это число, это число сочетаний из 9 по 4. Я почему-то уверен, что складывая число сочетаний из 9 по 3 и число сочетаний из 9 по 4, я обязательно получу число сочетаний из 10 по 4. Знаете, есть такая книжка Стругацких, трудно быть... А, нет, не, не то вот говорю. Понедельник начинается в субботу. Там. Понедельник начинается в субботу. В этой книжке. Стругацких вообще полезно читать. Это замечательная фантастика. Так вот, в книжке «Понедельник начинается в субботу» у них есть такая фраза. Пройдет время, и любой мальчик, ну, девочек тоже, тут проблема не в поле, будет разбираться в теории относительности лучше, чем современный профессор. Для этого только нужно... Что для этого нужно? Научите. Чтобы космические полеты вошли в быт. Правильно? В книжке немножко не так сказано. Для этого нужно, чтобы это стало выделенностью, повседневностью, чтобы усваивалось с самого-самого детства. Так вот, я вам скажу следующее. Действительно, треугольник Паскаля – это то, что полезно знать с самого детства. Действительно, конструкция абсолютно естественная. Берешь, пишешь числа. Каждое число – сумма, да? Но задать себе вопрос, а почему все-таки нужно? Давайте не будем изображать из себя таких уж знатоков, и давайте все-таки не скажем, что «а я это с пеленок знаю». Знаете, давайте все-таки это докажем. Для этого надо понять, что же, собственно говоря, требуется. Что это такое, что это и что это. Так, кто помнит, число сочетаний из 10 по 4 – это что такое? Это, по определению. Это десятая строка. О, здрасте. Я вот именно этого и боялся. Что вы просто забудете определение, которое было в самом начале занятия. То есть конструкция настолько простая, настолько замечательная. Сумма 84 к 126. Угу. То есть вы забыли, чем мы сегодня занимаемся весь день? Вы забыли, какие числа мы рассматриваем? Что такое число сочетаний? Ничего себе. Час назад я это сказал. Число сочетаний – это? Число. У нас даже здесь осталось, ребята. Не-не-не, подсказывать нельзя. Подсказывать нельзя. Да. Число сочетаний – это сколько раз можно повторить какое-то число предметов? Повторить? Разве здесь мы что-то повторяем? Нет, число повторять. Сколько вариантов набрать? Какие-то несколько чисел,
Премудрая сова говорила. Помните, что говорила премудрая сова? Винни-Пуха читали? Народ, вы меня читали Винни-Пуха? А? Мультик смотрели, да? Отлично. Значит так, перед тем, как ходить на занятия математического кружка, надо прочитать сказку про Винни-Пуха. Без этого нельзя. Пока вы не изучили Винни-Пуха, бессмысленно идти дальше. Ребята, это этап в жизни. Даже если вам будет 50 лет, вы придете сюда, вот в это здание, да, заниматься наукой, а вас спросят, Винни-Пух читал? А Красную Шапочку читал? Ну? Красную Шапочку. Ну, много есть сказок, которые полезно прочитать в детстве, прежде чем приходить на математические занятия. Винни-Пух, безусловно, входит в эти сказки. Неужели не помните, что говорила премудрая сова? Да. Что такое необходимая спинная мускулатура, говорила премудрая сова? Это такое понятие, которое нужно объяснить несколько раз, не опасаясь, что тебя при этом поймут. Поняли? Так. Что такое спинная мускулатура? Что такое спина, знаешь? Да. Молодец. Что такое мускул? Потому что мышца. То, что позволяет двигаться. Сокращение мышц. Так вот, у тебя есть спина, там есть мускулатура, благодаря которой ты сейчас сидишь, а не... Не расползся по полу. Она тебя поддерживает. И вот премудрая сова объясняла такому, как ты, что это такое, и никаких шансов у него понять это не было. Ага, отлично. Ну? Здесь показано, что в самом начале занятия было. Что здесь было показано? Что это? Понятно. То есть это так, да? Это вы уже забыли. Ну, число сочетаний из 5 по 2. Это было показано, как вычисляют число сочетаний из 5 по 2. И как же это вычисляют? 4 плюс 3. Нет, не 4 плюс 3. А по смыслу, что это такое называется? Говори. Вот у нас было нарисовано некоторое множество, как сейчас помню, треугольник, кружок, галочка, плюсик, и что там еще? Это называлось пятичленное множество. Множество из 5 элементов. Кстати, как будет множество по-английски? Set. Set. Вот. Как будет по-английски подмножество? Under. Нет. Set. Нет. Под under это совсем в другом смысле. Это вот если под столом, под партией, это будет under. А под... Неужели не вспомните? Сабсет. Подмножество. Итак, рассматривается двухэлементное подмножество чего? Элементов. Пятиэлементного множества. Что такое число сочетаний из 10 по 4? Можно? Да. Это четырехэлементное подмножество? Нет, это не сами подмножества. Это что?
количество, способ, четырех элементов, значит, подмножить из 10 элементов множества. Господа, вы запишите, а? А то ведь опять подмножить. Число сочетаний из 10 по 4. Это количество способов выбрать четверых из 10 возможностей. Вот если у нас есть 10 человек, и нужно четверых, ну, куда-нибудь, не знаю, там отправить. Хотите для хорошего, хотите для плохого, не знаю, но куда выбрать четверых, то это делается. Оказывается, вот таким количеством способов. Наша с вами сейчас цель – понять, почему верна вот эта формула. Она на самом деле очень важна. Она выполняется, разумеется, не только в этом месте треугольника Паскаля. Она выполняется в любом месте. То есть 4 – это 3 плюс 1, 15 – 10 плюс 5, 6 – 5 плюс 1, 21 – 15 и так далее. В любом месте. Сейчас нужно понять, почему это так. Общая формула выглядит следующим образом. Так. Число сочетаний из n плюс 1. К плюс 1 это число сочетаний из n по k плюс число сочетаний из n по k плюс 1. Вот она формула. Пока мы с вами ее не поняли, не доказали, все, что мы. Вот я специально здесь выделил доказанную часть. Мы сегодня на занятии доказали только до четвертой строки. Ну, если быть совсем уж, то вот так вот доказали. Вот до этого места мы доказали. Число сочетания из 5 по 3 мы тоже посчитали. А вот число сочетания из 5 по 3 мы уже, извините, принялись. Не смотрю. Нет, конечно, можно посчитать число сочетания из 5 по 3. Или не нужно? Как считаете? Почему? Почему число сочетаний из 5 по 2 это то же самое, что число сочетания из 5 по 3? Ой. И эти люди говорили, что им не надо проводить занятия про треугольник Паскаля, что они все знают. Повтори вопрос. Почему очевидно, что число сочетаний из 5 по 3 то же самое, что из 5 по 3. Потому что да? Это то же самое. Что то же самое? Ну, зеркально отражается. Вы хотите сказать, что треугольник Паскаля имеет вот такую симметрию? Это правда. Нет, секунду, это правда. Если посмотреть на такую вертикальную прямую, то слева и справа одно и то же. Но это же нужно доказать. Итак, представьте себе. Нам нужно из имеющихся у нас пятерых людей. Так, ну давайте, кого мы здесь поразим в правах? Давайте вас мы поразим в правах. Вот, а остальные будут у нас люди, хорошо? Вот у нас 5 человек. Все видят? Отлично. Из пятерых нужно выбрать
в одном случае троих, а в другом случае двоих. Все равно не догадаетесь. А? В одном случае три останется. Взрослые прекрасно знают, что если вашему предприятию выделили деньги, и ваш коллега их получил, то что это значит? А? Что вам не досталось. Да. Неужели это непонятно? Представьте себе, что я выбираю троих. Это значит, что двоих я не выбрал. Разве это непонятно? Или представьте себе, что вот этих троих я выбрал. Это значит, что эти двое оказались не выбраны. Поставить, не знаю, там, крестики на троих, это то же самое, что поставить другие значки на других двоих. Понимаете? Так, Андрей, понял? Это так всегда. Если у вас, например, не 5 человек, а 10, то что такое, вот у вас есть 10 человек, сказать, что четверо из них хорошие? А? Да. Остальные 6 плохие. Правильно. Это то же самое, что остальных. Да? Выбрать четверых, это значит остальных шестерых объявить невыбранными. Число сочетания из 10 по 4, это то же самое, что число и так далее. Общая формула. Число сочетания из n по k, это то же самое, что число сочетания из n по минус k. Это для любых n, k выполняется закон. Так вот, ребят, таким же простым способом вы должны суметь мне объяснить эту формулу. Ну, давайте лучше на конкретном примере, на вот этих числах. Число сочетаний из 10 по 4. Это сумма чисел сочетаний из 9 по 3 и из 9 по 4. Итак, вообразите себе коллектив, в котором 10 человек. Прислали премию. Ее надо вручить четверым, остальные обойдутся. Сколькими способами можно это сделать? Вот вы решили там четверых наградить, остальных нет. Через 4 способа. Что? Через 10. Нет, 210 это, конечно, да, только мы это еще не доказали. Объяснились, что на самом деле число сочетаний из 5 по 2 то же самое, что из 5 по 3, из 5 по 1 то же самое, что из 5 по 4. Поэтому мы с доказательством дошли уже до 5 строки треугольника Паскаля. Согласны? Отлично. Давайте сейчас перейдем к 6 строке. Уж я понял, что с налета не получается. Давайте перейдем к 6 строке и будем думать, какие числа здесь легко посчитать, какие нет. Так, все понимают. Число сочетаний из 6 по 0. Один. Молодец, один. Число сочетаний из 6 по 0 это 1, потому что 0 предметов можно выбрать 1 единицу. А то что? Число сочетаний из 6 по 1. 6 способов. 6 способов. Потому что берем любой один предмет. Число сочетаний из 6 по 2. Это значит, что выбираем... Это 6 на 5 пополам. Значит,
Эту формулу мы сегодня доказывали долго-долго, я не буду на это еще раз время тратить. Помните треугольные числа? Обсуждали сегодня? Mm-hmm. До этого места мы дошли. Кстати, симметричные числа. 1, 6, 15. Страшно интересно, как найти вот это. Давайте поймем, что это такое. Число сочетаний из 6 по 3. Так, вот здесь в зале как раз 6 человек. Сколькими способами можно выбрать троих? Сколькими способами можно выбрать троих? Почему 20? Сумей это объяснить. Нет, конечно, вы мне скажете, что выпишем все способы. Это, конечно, пожалуйста. Но хотелось бы более быстрого объяснения. Число сочетаний из 6 по 3. Это 5 по 2 или 5 по 3? Почему? Ты верно, но почему? По формуле. Да. Казалось бы, это просто. Вы должны понять смысл числа, число сочетаний из 5 по 2. Это сколькими способами можно из пятерых выбрать двоих. Мы знаем, что это 10. И число сочетаний из 5 по 3 мы тоже знаем. Вопрос, почему это сумма? Для тех, кто смотрит эти записи, они не постановочные. Если бы я, так сказать, ставил бы этот урок как в театре, то ни за что в жизни, в этом месте, я бы паузу такую не поставил. Что? Создать видеокурс занятий, на самом деле не жалко было бы и несколько уроков репетировать. Потому что, смотрите, если бы мы с вами собрались бы, репетировали, и потом бы сделали такой урок, который бы человек прошел и быстро-быстро, мы бы великое дело сделали, правда? Для всех школьников помогли бы им. Возможно, что когда-нибудь кто-нибудь так и научится делать. Сейчас, поскольку это у нас первый год идет запись этих занятий, то есть сами по себе занятия начались очень давно, все эти кружки, а вот именно видеозапись идет первый год, я принял принципиальное решение. Мы работаем по-честному, без артистов, без подсаженных родителей. Все, чего я добиваюсь, это чтобы родители вам не подсказывали. Да? Вот этого я добиваюсь. Так соответствуйте.
нас действующая модель школьников. Нет, подглядывать не надо. Нам нужно трех человек выбрать из имеющихся шестерых. Как легко, как быстро посчитать это количество? Нет, я, конечно, могу все 20 вариантов выписать, не так много. Но я не хочу, я хочу быстро посчитать. Потому что уже выписывать 210 вариантов, ну, все-таки не хочется. Ребята, вам эгоизма не хватает, на самом деле. Вообще, не хватает элементарного эгоизма. Что такое эгоизм? Человек думает только о себе. Правильно. Так вот давай в остальное время надо думать не только о себе, а сейчас подумай только о себе. Ну, формула насчет n минус n. Мне не нужна формула. Мне нужна вот эта формула. Это? Мне нужна вот эта формула. Вот эта. Я уже сказал. Пусть он подумает только о себе. Когда выбирают троих, выбирают из вас троих, чтобы дать вам по шоколадке. Что самое главное в этот момент? Это чтобы тебе дали. Правильно, наконец-то додумался. Это дадут тебе или не дадут? Правильно? Бывают случаи, когда мне дали, я счастливый, с шоколадкой. Бывают случаи, когда не дали. Я вот стою, вот сейчас без шоколадки. Ну? Еще раз, бывает с Димой. А бывает? Как? Без Димы. Без Димы. Вы представьте себе, что с Димой. Получил свою шоколадку, получай все. Получил? Получил. Сколько осталось шоколадок? Если нам нужно три шоколадки, дать шестерым и рез без шоколадки не собираемся. Правильно, соображаем? Две осталось. Сколькими способами можно две шоколадки дать пятерым людям, если шоколадку нельзя ломать? Десятью. Десятью. Потому что это в точности... Еще раз. Тут эта шоколадка пошла лучше. Есть шесть человек. У нас есть для них три шоколадки. Которые нельзя ломать. Которые нет, да? Да, шоколадка только как целая получается. Если мы решили, что Дима достоин шоколадки, то он ее получает. И после этого нужно дать две шоколадки пятерым людям, так? Да. Ну, это делается, очевидно, вот таким количеством способов. Но возможен вариант, гораздо более грустный для Димы, что шоколадок по-прежнему три штуки, но именно ему не дадут. Это что означает? Это значит, что остается... Что надо пятерым, но раздать другим уже, шоколад. Не Диме. Три. Раздать три шоколадки. Это делается вот таким количеством способов. Здесь 10 вариантов, здесь 10 вариантов, всего 20. Господа, неужели непонятно, что здесь то же самое? У нас есть 4 абсолютно одинаковые шоколадки. Мы их раздаем десятерым людям. Выбираем одного из них, вот он, Дима сидит. Либо Дима получил шоколадку, и тогда шоколадок осталось всего 3 штуки, и их можно, надо распределить между 9 людьми. Троим дать, а шестерым не дать. Или же Дима не получил, тогда шоколадок осталось больше. И тогда нужно эти оставшиеся 4 шоколадки распределить между 9 людьми. Очевидно? Да. Очевидно, отлично. Значит, вот это вот свойство треугольника Паскаля мы, к счастью, доказали.
Господа, я должен в этот момент сказать одну важную вещь. У нас осталось 5 минут занятия. А количество закономерностей, которые есть в этом треугольнике, нет, оно не больше 5. Оно, вот есть такая книжка «Комбинаторное тождество». Это книжка. Причем большинство результатов там без доказательств. И она вся, ну, конечно, не только этому, но в очень большой своей части посвящена этому. Математики знают про этот треугольник просто огромное количество всевозможных фактов. Более того, школьнику об этом треугольнике можно рассказать очень-очень-очень много. Да, у нас 5 минут осталось. Поэтому давайте я покажу самые такие простые вещи, которые для этого треугольника есть. Вот. Смотрите, например. Если взять вот эти числа, чему будет равна сумма? Один, три, шесть, десять, 15. Один, три. Четыре. И шесть. Десять. И десять. 20. И 15? 35. 35. Здорово? Давайте где-нибудь еще посмотрим. Ну, например, вот эти числа тоже. 1, 5, 15, 35. 56. 56, молодец. Это, кстати, очень легко доказать. Смотрите, 1 это 1? Да. То есть вот 1 равно 1, да? А теперь смотрите, 1 плюс 3 это же то же самое, что и 3 плюс 1, то есть 4. А как складывать 1, 3, 4? 1, 3 мы уже знаем, что это 4, а 4 плюс 6 это 10. Понимаете идею? Как складывать вот эти числа? Очень просто. 1 и 3 это 4, 4 и 6 это уже 10, еще 10 добавляется будет 20, а эти вместе 5. То есть, ну это в общем очевидно. Хорошо. А что еще вам показать? Давайте возьмем не по диагонали, а давайте возьмем вот эти числа. Чему будет равна сумма строчки? 16. 16. А следующий? 32. А вот этой? 8. Давайте я это отвечу. 8. 16, здесь что? 32. Там 64. Отлично. А доказать? А доказать можете? Это же не просто так. Ну, кстати, здесь понятно, что 4. Здесь понятно, что 2. Здесь 1. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Потом, естественно, 64, 128, 256. Вот. Так, а в десятый случай сколько будет у нас? В десятый. Кто помнит 2 в десятый? 2048. Верно. 2 в десятый это не 2048. А, 2 в десятый. Это вы уже посчитали 2 в одиннадцатый. Это в одиннадцатый. Тогда в десятый 1024. Совершенно верно. Совершенно верно. 1024. Это действительно 2 в 10. Здесь 512, здесь 256, здесь сколько? 128. Вот, я понимаю, доказать-то надо. Доказать-то это точно надо. Что такое вот это? Для пятой скольки?
количество способов выбрать 0 предметов из 5. Один предмет из 5. 2 предмета из 5. 3 предмета. 4, 5 предметов. А что это вместе? Когда мы выбираем из 5 данных предметов, или 0, или 1, или 2, или 3, или 4, или 5. Это что означает? Что мы из 5 данных предметов выбираем... Ну хоть сколько-то. Нам без разницы. Нам годится и когда мы 0 выбираем, и когда 1, 2. Просто некоторые выбираем, а некоторые не выбираем. Сколькими способами это делается? У нас данные 5 предметов. Надо некоторые из них объявить хорошими, а некоторые плохими. Так, смотрю на первый предмет. Хороший или плохой? Принимаю решение. Смотрю на второй предмет. Хороший или плохой? На третий. Хороший или плохой? На четвертый. Хороший или плохой? Сколькими способами это делается? Это очень важное правило из комбинаторики. Про одного, про один из элементов принимать решение, принимаем решение, хороший или плохой. Там два варианта, да? Какое правило в комбинаторике? Что если вы в одном месте приняли решение, хороший или плохой, два варианта. В другом месте хороший или плохой, тоже два варианта. В третьем хороший или плохой. То что надо делать с этими числами? Перемножать. Абсолютно верно. Значит, 32 это дважды, 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 два. Каждый из вас пятерых дает то, хорошее или плохое. Правильно? Вот. Объяснил? Или не объяснил? Да. 1024, да будет 10 предметов. Про каждый из них тоже надо сказать, хорошие и плохие. Два варианта. Дважды, 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 так, 10 раз, 10 двоек надо перемножить, будет 1024 варианта. Кстати, можно было еще легче объяснить. Народ, посмотрите, пожалуйста. Вот как получается пятая строка из четвертой? Что такое пятая строка? Один – это один, правильно? Пятерка – это один плюс четыре. Десятка – это что? Четыре плюс шесть. Ну-ну-ну. Когда я буду выписывать сумму пятой строки, так, давайте, я все равно сегодня уже больше ничего не успею, поэтому я безжалостно все сопру внизу. И нет, ребят, я сознательно не торопился. Например, я сегодня очень важную вещь вам не объяснил. Это как нерекуррентно вычислять наше число сочетаний из 10 по 4. Помните, это было 210, и мы это нашли, да? Но ведь хотелось бы сразу. На самом деле есть замечательная формула, которая объясняет, давайте я постараюсь так скажу, которая объясняет, что надо 10 умножить на 9, на 8, на 7 и разделить это на 4 на 3х2. Так, давайте посмотрим. 8 сокращается с четверкой и двойкой, а тройка с девяткой оставляет здесь 3. Все знают, что 3х7 – 21. А 21 на 10 – это как раз 210. Поэтому формула правильна. Другое дело, что я не успел объяснить, почему она верна. Так, последнее, что я сегодня успеваю. Господа, 1. Дальше смотрите. 5 – это 1 плюс 4. 10 – это 4 плюс 6. 10 – это 6 плюс 4. 5 – это 4 плюс 1. И 1 – это что? 1 – это 1. Посмотрите внимательно, что у нас произошло с каждым числом предыдущей строки. Оно присутствует два раза. Когда я интересуюсь суммой вот этой строчки, то на самом деле достаточно предыдущую умножить на 2. И именно поэтому получается у нас каждый раз удвоение.
Ну, а если мы начали с единицы, сам трехлог была единица, это у нас стояли значения, а сам трехлог поставил здесь внизу. Начали с единицы и каждый раз удваивали, разумеется, у нас будет степень двойки. Есть еще огромное количество свойств. Например, если в строке треугольника Паскаля поставить везде, чередуясь минусы и плюсы, то ответ будет 0. Вот смотрите, 1 минус 2 плюс 1 – это 0. 1 минус 3 плюс 3 минус 1 – это тоже 0. И еще огромное количество других законов.